15-16 километров. Мы стараемся работать метко, попадать именно в укрепы, по блиндажам, разбирать их, копаем поглубже, как говорится, чтобы достать до самого центра. После второго выстрела в рацию говорят, что молодцы, попали, давайте еще, и уже там уже, как говорится. Мы работаем всегда на определение диверсионных групп, которые на лодках пытаются высадиться противника. Также обучаемся по их уничтожению, проводим стрельбы, несмотря на то, что находимся на рубеже переднем.